Господи, слава Тебе! Спаси нас, Христе Божий наш! Милости Твоей, Господи, полна земля. Благодарим Тебя за этот день. Хвала Тебе, наш Господь. Помилуй и спаси нас, Господи. О, брат во Христе! Боже милостив, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчеславец согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог, Иегова, Вовуче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Благодарю Тебя, Господи, что сохранял нас в этом длительном путешествии, что Матерь покрыла нас амофором любви. Воздай добром всем, кто помогал нам, где мы останавливались. Слава Тебе! Благослови Павла, жену его Зинаиду, Владимира и семейство ее, Надежду, Людмилу. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Иоанн Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас. Господи, Боже наш, слава Тебе! Научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и в каждом ударе жилье. Научи нас жить безропотно. Будь милостив к нам, Господи. Благослови нас, чтобы жить свято, благословляя Твое святое имя. Святитель Христов Никола, Мирлетический Чудотворец, моли Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь и Бог! Слава Тебе, милосердный Создатель! Да будет благословенно имя Господне во всех народах. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Спаси, благослови наследие Твое! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Услыши нашу молитву, Господи! Да прославится имя Твое святое. Псалом 132. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове.
стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ярмунская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Милости твоей, Господи, полна земля. Аллилуйя! Спаси нас и помилуй, и защити. Благодатью твоей сохрани. Милости Твоей, Господи, полна земля. Мы это видим, осознаем и благодарим. Ты населил землю от Вавилонской башни на разных языках говорящие. И племя есть Симова, Хамова и Афетова. Слава Тебе! Боже мой, благодарю Тебя за Слово Твое живое, которое все еще живо и действенно. До разделения души и духа составы мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Хвала Тебе! Дивны дела Твои, Господи! Ты сказал, да не отходит книга сия от уст Твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить написанное в ней. И что все заблуждения людей от того, что не знают Писания, не силы Божьей. Помилуй нас, Господи! Сохрани от всего, что уводит от Тебя. И открой глаза на то доброе, что приводит к Тебе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Отец послал Сына Своего не в мир судить, но чтобы спасти Его. Слава Тебе! И мы пришли в это место тьмы и ужаса, прелюбодеяния всякого злодейства. Коси сердце этих людей. Мы верим. Милость Твоя не кончилась к этому народу. Не дай им погибнуть в невежестве, ибо верующий во Христа, в Его голгофскую жертву, имеет жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И все прелюбодеи, сребролюбивые, сквернословы, табакуры, все окажутся в озере огненном, где будет плащ и скрежет зубов в бесконечные веки. Помилуй нас, Владыка, и благослови, и Слово наше сделай действенным в благодати Христовой. Господи Боже наш, благодарим Тебя. Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Якова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех бездных. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие, истребил старей сильных. Сигона царя Морейского и Ога царя Вассанского и все царства хананские. И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в роды и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их, и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!
У вас какие-то вопросы есть, нет? Да, просто поговорить хочу. Пожалуйста. Как вас зовут? А вот считайте. А? Считайте, считайте. Внизу последняя строчка. Сайт форум Лапкин Игнатий. Да. Игнатий, значит, вас зовут, правильно? Да, правильно. Откуда вы будете, с какого города? Барнаул, Алтайский край. А я с Московской области, город Бронницы. Вот как. А что вы тут делаете, пришли? Да я вот на работе так смотрю, с людьми общаюсь. Тут общаться не с кем. Это специально пристроено блудникам, чтобы сходить легко было, безобразничать. Голые, показывать члены. Это Содом и Гоморра. Мы пришли проповедовать сюда, чтобы люди вышли отсюда, не стали это делать. Здесь есть и нормальные люди. Но мы встречаем нормальных. Я скажу, 80% мусульман. И раздеты примерно из этих еще 50%. Согласен. Да. Мы уже 2 месяца здесь находимся. Мы нашли некоторых людей, которые знают нас, на наших ресурсах бывают. Это ресурс у нас. YouTube называется «Во свете Библии». Наш канал. Это очень большой канал. Это где он? В интернете? Да, YouTube в интернете. У нас 14 тысяч роликов здесь. И про что он у вас? Да, про то, как жить правильно, по слову Божию. Мы строим православную деревню с нуля. Я начальник детского лагеря был православного 45 лет. У меня 38 книг вышло из печати. И мы проехали с Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавии. Везде я дарил книги. 650 городов в библиотеке. Прошли. За 3 года. Я вас понял. Ну, вот тут то, что тут все найдете новое. Как идут занятия там в университете, как мы ведем занятия, как богослужения идут, как с детьми занимаемся, как с нуля деревню строим, дороги проводим сами. Государство не вложило ни копейки. А 21 тысяча деревень исчезли. И все начинает стонать. Много того, этого. Начинает работать, и что-то помаленьку сдвигается. Я вот из лагеря сделал музей. Теперь, чтобы приезжающие могли увидеть, как можно... Без помощи государства. Так что-то какие-то слова слышатся. Это мой... Вы очень давно так вот, в Бога веруете? 56 лет. После армии, когда мне было 23 года, я вернулся. А что вас на это побудило? Если не секрет, конечно. Ну, внешне, неудовольствие тем, что делается. Мне очень много Бог дал. Отлично, здоровье, в морфлоте служу. Кажется, все мне. И самостоятельно изучаю иностранные языки, уже разговариваю. Там добиваюсь сдать 3 курса за 1 год. Но в душе пустота. Я верю в Бога, Бог есть. Я знаю, что я погиб. Меня Бог сохранил от воровства, от матерка. Я еще ни одного матерка не сказал, а мне 80 лет. От женщин сохранил. Поэтому и память у меня на месте. Потому что блуд съедает все. Пустота. Я умру дальше-то что? Я в ад пойду? Я понимаю, что я грешник. Ни в одном, да в другом. Меня совесть моя не обманывала. И вот однажды в армии посмотрели фильм «Отверженные». По-французски «Les Misérables». Ну вот уверены, что ад существует? А что тут? Люди уже при жизни как в аду мучаются. Вот это вот, где мы находимся сейчас, в этом чате, по рулетке. Это Содом и Гоморра. Который будет сожжен. Это же люди, придумали. А, люди придумали собрать вместе. А они побрось были люди-то. Эти люди-то не здесь научились. Для этих же чат этот, создан, который мусульмане там плохие, или которые вот эти вот голые половину. Он же создан для того, чтобы общаться с, Как общаться-то? Разные страны можно выбирать. Записывай. Мы все страны перебрали, какие можно было. Одно и то же везде. Разницы нету. Человек без Бога – это самое низкое животное. Притом от разных самых хищных животных, ядовитых, все в нем, в одном, как говорит Иоанн Златоуст. Не надо же это себя уже обманывать-то. Когда в школах-то что делается? Уже в 7-м классе уже на 2-ю букву алфавита называют. Страха-то нет никакого. У мусульман-то, если она до замужества познала мужа, он ее зарежет, родной брат. Что ты будешь делать? Он говорит, зарежу.
Они стоят, охраняют. Он имеет так право сделать, забрать человеческую жизнь за то, что она... Да не имеет права. Я говорю, что говорят. Какое, кто ему дал право-то? Они головорезы. Но однако они женщин хранят. Как они одеты? Не голые. У нас есть тоже головорезы. Я не для того говорю, чтобы нам спорить, а для того, чтобы мы увидели. Они заботятся по-своему. У них содружество, а у нас все русские друг друга грызут. Мне только вот за последние, я не знаю сейчас сколько, 8 месяцев пришлось заблокировать, в черный список занести 7500 человек, которые на меня идут против, за то, что я проповедую. Это половина дивизии. У них ни одного нет. Мои ролики смотрят мусульмане, они... Согласны, одобряют, благодарят, а русские друг друга пожирают. Почему? Вопрос-то мы не можем не ставить. Я могу об этом говорить, потому что мне пришлось за Слово Божие в 5 тюрьмах побывать. За моими плечами 26 лет мучений от своих органов. И это поэтому я их, этих людей, знаю. Как ко мне относились, никому не относились. За мной стояли тысячи людей, которые за меня заступались. Бог так делал, сердца людей располагал. А я видел мертвых, тут только сегодня разговаривал, лежу уже мертвый. А ко мне боялись пальцем прикоснуться. А что я сам? Я ничего не делал. Я просто молился. Люди пошли, почему вы думаете, что это Бог делал так? Это не спор, Это Господь сделал так. Когда меня туда привезли, у меня ни одного знакомого нету. Меня допрашивает следователь. Он обратился, принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. От КГБ следователь стал священником. Я не могу это сделать, это Бог делает. Слово падает на плодородную почву. Поэтому без Бога жить невозможно. И когда я уверовал, в руки дали Евангелие, склонились молиться. Я с молитвы встал там минут 10. Я совершенно другой. Рождение свыше получил. На того, который склонился и который встал 10 минут назад, это два разных человека. Совершенно. У меня все по-другому стало. Прийти в христианство я опытным путем шел. Встречался с людьми, с мусульманами, с буддистами. И все в литературе все изучил. Я понял. Жизнь во Христе. Христос умер за меня. Спасителя нет ни в одной религии. Христос – это жизнь. Как Достоевский говорит, если бы кто доказал ничего симпатичнее, привлекательнее, я не нашел в мировой литературе. Если бы доказали, что Христос и истина не вместе, то я лучше предпочел бы остаться со Христом, чем истиной. Вот как. Я это испытал. Испытал, и поэтому что мне это дало? Все дало. И жизнь, и друзей. Господи мой, Господи, слава Тебе!